Привет, ребята! Сегодня расскажу, как можно в программе Procreate нарисовать что-то, имеющее симметричные формы, например, насекомые, какие-то лица. Есть такая специальная функция, сейчас я о ней расскажу. Сегодня вот будем рисовать шмеля. Открываем программу Procreate, создаем новый документ, например, по размеру экрана. И я люблю ставить фотографию референса на фон. Так это я делаю. Настройки, добавить фото. Ищем нужное вам изображение. Уменьшу прозрачность, чтобы она сильно не мешала. И так, можно поставить блокировку. Создаем новый слой. И на нем уже будем создавать контур этого шмеля. Как включить саму симметрию? Нажимаем настройки, холст, включаем направляющие, правка направляющие. Здесь ищем симметрию. Я выбираю по вертикали, рисование с привязкой, нажимаем готово. Я буду использовать стандартные кисти, чтобы у вас не было сразу проблем с тем, как подобрать кисть. Выбираю чернила, Tinderbox. Настраиваем размер, начинаем делать контур. Сюда брюшко, что-то увеличу немножко. Как сделать ровный круг? Немного останавливайте стилус в последний момент, и он становится ровненьким. Крылышки можно немножко увеличить для большей мультяшности. Такие вот. Можно, наверное, потолще надо было. Такие, раз. Там. Вот так вот. Делаем голову. Можно даже не делать такими контурами, просто целиком сразу и накрасить. Лапки. Такие кисточки. Цепочки делаю. Усики такие. Вот. Такие симпатичные. Так, делаем теперь глазик. Немножко утрированные, увеличенные. Какие-то у нас рисунок, а не фотография. Контур первый готов. Можно сразу немножко прорисовать вот эти вот жилочки в крыльях. Их обязательно надо добавить. Мне нравится эта кисть чем, что у нее очень приятная, плавная настройка нажима стилуса. Вот вы ведете, и как раз вот для таких прожилок очень годное свойство. Можете прям повторять по фотографии эти жилки, ну как нравится. Это потолще сделать. Вот. Так, нижнее крылышко.
например. Лишнее убираем. Итак, теперь нам надо добавить цвет. Для этого мы делаем так, чтобы у нас по этому рисунку была заливка, но на отдельном слойке. Подключаем, нажимаем референс, создаем новый слой. Я его опущу ниже контура, и уже можно делать заливку. Так, подбираем цвета. Цвета, кстати, тоже можно задать палитру по фотографии. Например, вот нажимаете плюсик, создать из фото. Выбираете вашего. И вот у вас основные цвета с этой фотографии идут. Ну, я их немножко изменила уже вот в этой палитре. Добавила дополнительные цвета, чтобы было интереснее. Так. Так. О, вот что я забыла. Забыла, видите, здесь уже несимметрично закрашивается. Вы просто берете, выделяете этот слой и нажимаете рисование с привязкой. И тогда у вас и заливка тоже будет происходить симметрично. Надо было сразу заливку-то сделать. Ну ладно, не беда. Было сразу залить до того, как мы жилки прорисовали, было бы проще. Так. Просто найдем. Чтобы сделать заливку, нам надо, видите, заливать только по этим контурам. Поэтому мы просто отключаем референс и делаем заливку. Далее, надо для красоты пущей добавить нам разные тенюшки, разводы, какие-то градиенты, кому как нравится. И опять же, полосочки добавить нашему шмелю. Я выбираю, например, аэрозоли. Широкая насадка, беру цвет, да, смахиваем вправо у нас на слой с цветом. Так, потихоньку начинаем накрашивать. Не бойтесь, что у вас тут заходит куда-то, все потом можно будет исправить. Так, снизу пчелки. Миленько немножко попа. И вот нравятся такие брызги. Симпатично смотрится сразу. Так, крыльям хорошо бы добавить какой-то цвет. Например, вот смотрите по кругу, да? Вот мне нравится здесь функция гармония. Вот выбирает, например, желтый. Какой цвет гармоничный идет? Голубой. Какой-то синенький. Я немножко взяла более бирюзовый. Не знаю почему. Мне нравится. Так, делаем побольше размер. И добавляем всякие цвета. Вот у вас немножко цвет начинает заходить на тело. Можно было отдельным слоем сделать. Слоем крылья от тела шмеля. Но мне кажется, что это хорошо, когда цвет переходит по всему изображению. Немножко желтого где-то. Так. И даже немного такого вот кораллового. Чуть-чуть буквально. Для таких переливов. Воздушности такой добавить.
создам еще один слой для того, чтобы сделать немного бликов, разных прожилочек. Беру белый, беру обратно кисть из набора чернила Tinderbox, то есть Tinderbox. Делаем вот так вот глазки, блики. Можно подключить симметрию, если вам хочется. Вот точно так же рисование с привязкой. Поставите галочку, у вас будет симметрия. Так, на лапках мы возьмем ниже такой цвет. Итак, я закончила. С фоном можно долго мучиться. Выбирайте, какой вам нравится, конечно. Чтобы отключить эту линию симметрии, снова нажимаете настройки и убираете галочку направляющие. Вот и все. Надеюсь, вы поняли, как работает симметрия в Procreate. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!